Фамилия, имя, отчество. Влада Виталий Валерьевич. Громче. Владов Виталий Валерьевич. Год рождения. 1975. Где проживаете? Николаев. Николаев что? Проспект Ленина, 124. Город Николаев? Город Николаев. Украина? Украина. С какого числа, с какого месяца вы являетесь бойцом незаконного военного формирования ДНР? 29 февраля. 29 февраля какого года? Военник, вот 15-го. 15-го года. Где проходили службу в ДНР? В Заиченко и на Дзержинке. Месяц широкий нам был. Понятно. В каком подразделении ДНР вы проходили службу? Сначала пехота, а потом морская пехота. Угу. Это какое подразделение? Рота, полк? Какой полк? Рота, 9-й полк, 4-я рота, которую зовут. Что это? Кто у вас командир был по зону? Сначала Альшан, потом Питон. Питон. Скажите, пожалуйста, каким образом, почему вы покинули незаконное военное формирование ДНР? Разочарование, наверное. Сожаление, что приехал. А в чем разочарование? Во всем. Понятно. Вы что-нибудь можете сказать бойцам, либо тем, кто хочет служить в ДНР, исходя из своего опыта службы? Не делать больше таких ошибок, которые сделал я роковой, которые уже нельзя исправить. И придется отвечать уже перед украинским народом за содеянное. Спасибо.